Карапуз представляет. Привет, друзья! Сегодня мы вновь с нашими любимцами, нашими тачками, которые ждут не дождутся. Что же сегодня предстоит нам узнать? А сегодня, ребята, у нас, конечно же, пополнение в нашей небольшой, но очень дружной и любимой семье, семье тачек. Вот такая вот небольшая бандеролька пришла к нам с eBay. И мы сегодня, надеюсь, познакомимся с вами с нашими новыми для нашей коллекции, героями. Итак, друзья, да, тут что-то у нас есть. И давайте потихоньку все вытащим и будем знакомиться. Итак, друзья, вот смотрите, вот у нас новый спортсмен. Такого не было еще у нас. Под номером 93, что переводится вот spare mint. Это у нас запасная мята. Вот такой вот забавный спортсмен, но и тем не менее он тоже участник гонок. Это вот такой логотип фирмы, которую он представляет. Мы рады всем, друзья, особенно новичкам. Так, это у нас что? Это у нас спортсмен под номером 61. И он тоже представляет Vitaline. Вот такую вот интересную, забавную вот машинку такой вот фирмы, спонсора своего. Хорошо. Так, что здесь у нас? Ого! Это прям какой-то ретро-автомобильчик. Сейчас мы его достанем. Посмотрите. Фу, как он может глазами моргать. Да, друзья, это спортсмен, не новичок, конечно, под номером 11. И зовут его Марио Андретти. Участник гонок в Калифорнии. Это Форд 1967 года. Да, достойный соперник многих гонщиков. Крашен такой вот бирюзово-коричневый цвет с красными колесами. Мечтает выиграть, конечно, гонку. Особенно гонку в Toyota 500. Рада и тебя приветствовать. А это кто у нас? Это всеми любимый французский неоновый, друзья, Рауль Заруль. Посмотрите, такого красавца у нас не было. У нас есть Сильвер. И теперь еще неон. Вон вдалеке простой Рауль Заруль. И еще одна новинка. Да, друзья. Итак, друзья, представляю вам еще одну новинку. Это знаменитая скорая помощь из тачек 3. Помните, когда она гоняет, она делала вот так. Именно на обгонах. Да, это смотрите, какие у нее колеса. Интересный такой взгляд. Ну и сами понимаете, участница гонок, одним словом. Итак, друзья, вот такие 5 замечательных автомобильчиков наших любимчиков карсов у нас сегодня появилось в нашей дружной семье. Ну и, конечно, они ждут гонок с новыми соперниками или друзьями лучше всего. Всем всего хорошего, не скучайте, такие новинки, будьте здоровы, до скорых встреч, пока!